Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, посетила поликлинику номер 4 Одинцовской областной больницы в Новой Трехгорке. Парламентария осмотрела кабинеты поликлиники, пообщалась со специалистами, обсудила вопросы, связанные с развитием медицинского учреждения. На встрече были и депутаты Совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России». Мероприятие прошло в рамках подведения предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которым выполняются наказы народной программы «Единой России» и губернаторские инициативы. Здесь же, в Новой Трехгорке, Лариса Лазутина встретилась с коллективом детского сада номер 5. Она проверила готовность образовательного учреждения к новому учебному году и рассказала о том, какие меры соцподдержки педагогов действуют в Московской области. Мероприятие прошло в рамках проекта «Новая школа» и подведения предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен».